Проверка снаряжения – это самый главный этап прыжка. Что в полете, если ты что-то забыл, допустим, прицепить, либо неправильно уложил, если уже в полете, после того, как ты отделился, ты не сможешь что-то исправить. Ну, примерно, я как сейчас вот все вижу, пролетаем вторую опору, да? С левой стороны. Да, слева, с той стороны. Да. И там ты начинаешь прыжать. Да, метров 150 за ней. Ты начинаешь, летим, дальше сам делаешь, как тебе надо. Прижимаешься, потом... летим с левой стороны от вагончиков, потом пролетев вот эту всю фигню. Смотри сам по высоте, можешь еще пролететь мимо, если будет, например, вагончик проходить. Пролететь мимо вагончика, поворачиваешь налево, отлетаешь, там, не знаю, секунд 5 и кидаешь. Штопор! Чудеса! Ой-е! Быстрее! Ой-о! Смелей! Не рады и верь в успех, мы летаем выше всех! Ой-е! Быстрее! Ой-о! Смелей! Ловим вместе мы кураж и выходим на вираж! От винта! Взлетай, дружок! Взлетная, полетная, расскажи ты байки нам, летные, улетные. Чудеса на виражах.